Учиться. К сожалению, учиться нужно, а тут типа надо, офицерами. Видимо, настолько стали низкие стандарты всего этого. То есть солдаты оканчивают, по-моему, самое старшее солдатское звание — это прапорщик. Прапорщик, да. Да. Так, у Олега надо спрашивать, какие ботинки.
успешен на этом. Yeah.
человеку все понятно стало сразу. Скорость чуть-чуть выше стала. Стало гораздо выше. Но 40 километров не так уж и много. Когда такое было? Специально для вас, видите, вообще никого. Да, это. Есть.
вверху, лопаты она лежит. Вот другое дело, там ты слышишь, работает. Уже опять лопаты. Уже лопаты. Сильно это видите, да? У вас там типа есть в голове что-то какое-то, что неудобно, вот, но летит он намного лучше, прям видно процентов там очень прилично прибавляет в полете, в качестве полета, в качестве контроля повала прям сильно прибавляет. Да, да, разница очень большая между ударом лопаты, вот как вы сейчас держите. Вот, нормально держание ракеты. А, не знаю, может быть, потому что 20 лет уже вижу, Нет, у меня есть, все нормально. У меня есть, все нормально. Вот у меня 9 килограмм, хотя я
Thank you.
Почему?